Всем привет! Только сгрузили с алтовоза свежий Renault Megane 4, коробка автомат EDC, только пригнан с дороги. Хочу показать на новой резине Michelin. Автомобиль в идеальном состоянии. Есть фаркоп. Очень редко. Большой плюс, что есть фаркоп оригинальный. Такой вот автомобиль. Резина новая Michelin. Конец 2020 года. Тормозные диски нормальные, в нормальном состоянии. Вперед-зад еще не мытый. Передние также. Автомобиль первый месяц 2018 года по брифу. Два ключа. Вот. Бриф 29.01.2018 года. Цена автомобиля 13 500. Вот автомобиль продан с аукциона 147 727 километров. ВИН-код автомобиля. Вот состояние салона. Чистенький, аккуратный. Электроручник. Круиз-контроль. Ограничитель. Такое вот состояние автомобиля. Очень чистый. Кто-то аккуратно ездил. Полноценное запасное колесо. Передняя, задняя парковка. Коврик. Полноценное колесо. Все на месте. Большой плюс фаркопа. Сейчас заведем, послушаем. Сейчас открою капот. Комплектация Zen. Сейчас заедем на мойку. ГРМ не менен. Болты не кручены. Вот чистый. По турбине, по всем параметрам. Вот, постараюсь вам для вас заглянуть во все щели. Все нормально, все чисто. Сейчас заведу. Бесключевой доступ, зеркала складываются, коврики опять кто-то потянул, когда они уже наедятся, не знаю, но надеюсь, когда-то это будет. Что у нас? Топливо, понятно. С топливом все понятно. Электроручник, подлокотничек, 2 USB, круиз-контроль, климат-контроль. Есть много разных языков. Датчик по полосам. Давление в шинах. Средняя скорость. Мгновенный расход покажет, когда. Вот средний расход 5,3 литра. Чистый, аккуратный автомобиль, как ни странно. Можно ехать сразу же. Работает мягко. К9К. Очень говорите, что громко работает. Просто вы же никогда не ухо не приставляете к двигателю. А тут телефон прямо к двигателю.
такой вот сегодня обзор. Кому нужен автомобиль, пишите, желательно на Viber. Вот очень ярко светит LED белым, хотя говорят желтый, камера не передает, бесключевой доступ. Такой вот автомобильчик требует заправки. Вот. Сделаю тест-драйв по блокам. Сразу же проверять автомобиль. Никаких ни стуков, ни грюков. При том, что колеса накачанные в районе 2,7, наверное, 2,9. Такой вот сегодня обзор. Нахожусь в Виннице. Номер телефона выложу в описании. Фотографии сделаю, как помою. Всем пока, ребята. И до новых встреч в Виннице.